Всем привет, мои любимые! Сегодня у нас с вами мороженое рулет Аленка. Я взяла коробочку сразу вам показать. Вот она. Вот такое мороженое. Всем приятного аппетита! Потому что у нас очень жарко. Я хочу пить и мороженое, больше ничего. Швепс со вкусом розовый грейпфрут. Я такого вроде не пробовала. Пахнет обалденно. Сейчас отвечу обязательно на вопросик. Вот это вкуснятина. Мороженое уже подтаяло, потому что холодное я не смогу есть. Ну, блин, только начну вопрос. Подготовила, он исчез. Так, пишет Вероника. У Вероники свой канал. Кстати, очень классно, я тоже смотрю Веронику. Привет. Огромный. Значит, мне интересна такая тема. Что ты думаешь про психологов и астрологию? Веришь в это или нет? Есть опыт? Как понимаю, ты сама занималась с психологом по рассказам. И с психологом, и с психотерапевтом, и с психиатром, и с астрологом. И с людьми, которые лечат молитвами. Также общалась с теми, кто гадает на Таро. Ребята, что такого в моей жизни не было? Такой хрустящий шоколад. Получается, как мороженое кусочками, этот шоколад такой хрустящий, вкусный, молочный, очень вкусный валенкий шоколад. Я могу есть даже валенки глазурь, это потому что она очень вкусная. Так вот, ребята. Было время, что я обращалась к астрологу. Я вообще очень такая женщина, эгоцентричная. Я люблю, когда говорят про меня, когда концентрируют внимание на мне. Ну, обращалась я к астрологу, чтобы направить себя на нужный путь. Узнать свое предназначение. Это я уже как-то рассказывала. Проходила и психотерапии, и просто общалась, консультировалась с психологами, обращалась к психиатру. То есть у меня, если в случае что-то где-то, у меня слабая психика. Я понимаю это, я это осознаю. Поэтому если я чувствую, что у меня что-то это, сразу магний, сразу психотерапии, сразу укрепляю. Это то же самое, ребята, как, допустим, и у тебя там, допустим, плохое зрение, и ты понимаешь, что тебе нужны соответствующие капли в глаза.
очки или линзы. То же самое и с психикой. Я ее постоянно укрепляю. Особенно если понервничаю, там это все началось. Магний, так, надо еще витамины. Надо травки-муравки попить, надо в церковь сходить. Ну, вот церковь для меня помогает психологически, потому что я вот верю в Бога. Вот некоторые люди, я уже раньше затрагивала эту тему, используют то, что им помогает, да. Это естественно. Если я верю, да, естественно, когда ты веришь, тебе будет помогать, там, кто во что верит. И даже когда пью святую воду, у меня такое ощущение, что я прям какая-то такая прям... Здоровая! Я вам серьезно говорю. Я настолько впечатлительный человек, что я когда пью святую воду, я представляю, как она распространяется по венам, по всему моему телу, по каждой веночке, по каждому сосудику, и я полностью исцеляюсь. Визуализирую. Поэтому одно другому не мешает, но что касается какого-то дара, тут идет в противовес религия. Понимаете, как? Ну, тут уже есть что, как идет противовес. Но очень важный момент, что мы как-то можем изучать все, что угодно. Другое дело, в кого мы верим, да? Кого поддерживаем. И какие поступки совершаем. Вот, ну, я ж такая, я люблю, знаете, там пойти с кем-то поболтать, что-то всем все наговорить, нажаловаться. И все, мне хорошо. Вот, допустим, если я сильно злюсь, да, и бывает такой момент, что прям я вот много-много говорю, но не одному человеку, разным, или на воду, или сама себе. Ну, тоже все вот эти психологические упражнения. Там еще есть другие, то есть можно и бегать, чтобы злость скинуть, да. Можно делать упражнения разные, физические, там писать на листке и все такое. Но вот самое простое можно рассказывать. То есть это тоже. Главное не перебарщивать, не занимать у людей много времени. Потому что у каждого человека своя жизнь. Думала, попью еще коктейль, вкус ваты, но потом все уже я наелась.
Так, ребят, на сегодня наболтала вам, завтра еще наболтаю. Это мой способ выразить свои чувства. Вот, поэтому для меня канал так очень важен. Вы моя любимая аудитория. Вы мои любимые, самые лучшие зрители. Вы моя поддержка. Вы самые прекрасные люди на свете. Я вас очень сильно люблю, обожаю. До новых встреч. Пока-пока.